Карина родилась в 2007 году. На момент съемок ей 13 лет и учится она в 7 классе. Коротко о себе она рассказала так. Нормальная, веселая, дружная, люблю общаться. Бываю, психую, но это очень редко. А мое настроение зависит, смотря как себя друзья ведут. И я стараюсь как-то, вести себя по-хорошему, чтобы не ругаться с ними, а находить общий контакт. У нас также сложилось впечатление, что она открытая и позитивная девочка. У Карины есть хобби – пение. Вообще я с самого детства любила петь, мама это заметила. И учительница тоже заметила, и она решила меня отдать на вокал. И я начала петь. Ее любимые школьные предметы? Это английский, математика и зарубежка и история. Мне нравится узнавать, что было у нас в прошлом, что происходило, как вообще появилась наша страна. И вот этим я любопытствую. С будущей профессией Карина уже определилась. Она хочет стать юристом. А самое заветное желание нашей героини... Я хочу, чтобы на всей планете был мир. У Карины есть лучшая подруга Аня. Не знаю, я с ней больше общаюсь, она меня понимает. Даже когда мы ссоримся, мы быстро миримся. Карина очень светлая девочка, с добрыми глазами и теплой улыбкой. Общение с ней нам доставило большое удовольствие, ведь оно было очень душевным и радостным. А еще Кариша удивила нас своей хорошей игрой в настольный теннис. Она разносторонняя и умная девочка. Кстати, обязанности в семье она представляет так. Как ты думаешь, вот взрослые за что отвечают в семье? За что поддерживать ребенка, одевать его там, смотреть за ним. А у ребенка, пока что он маленький, ему только остается только учиться, а потом уже, когда вырастет, найти работу. От родителей требуется, ребенку требуется от родителей только поддержка. Мы искренне надеемся, что найдутся добрые люди, которые подарят замечательной Карине свою заботу и любовь.